Забарахлила светодиодная лампа. Мощность 22 ватта. Она светит, но слабо. Я купил еще одну лампу. Она такого же размера, но ее мощность 18 ватт. Подключил ее к блоку питания первой лампы. Тоже плохо светит. А от блока питания новой лампы обе лампы светят хорошо. Ясно, что неисправен блок питания. Померил напряжение на выходе блоков питания. У нового блока питания напряжение 50 вольт, у неисправного 41. Оно укладывается в заявленные характеристики, но, видимо, надо больше. Устройство блока питания нового светильника совсем примитивное, но блок работает, лампа не мерцает. Старый блок питания солиднее. Внешний осмотр ничего не дал. Спаян небрежно, но следов неисправности нет. Напряжение на выходе есть, значит, схема работает, но изменились параметры каких-то деталей. Наименее надежны электролитические конденсаторы. Их в схеме два. Большого конденсатора на 100 микрофарад у меня нет. Попробую заменить второй конденсатор. Выпаял. Его емкость 47 микрофарад на 25 вольт. Померил емкость, оказалось 4 микрофарады. Ну, если тестер не врет. Такого конденсатора у меня не было. Поставил старый конденсатор 100 микрофарад на 35 вольт. Напряжение на выходе поднялось до 50 вольт, а яркость светильника возросла. Из-за мерцания лампы на светильнике видны полосы. Глазом их не видно. В общем, неисправность устранена методом тыка. Стоимость такого конденсатора в магазине 3 рубля. Покажу, как разбирается сам светильник. Снимаем пружины. Они тугие, снимаются тяжело. Откручиваем все винты. Снимаем крышку, при этом придерживая провод, чтобы он не смещался. Он должен пройти сквозь прорезь в крышке. Будьте осторожны, провода легко отваливаются от светодиодной матрицы. Мне пришлось припаивать их прямо к контактам светодиодов. Светодиодная лента приклеена по периметру корпуса. Светодиоды светят в торец стеклянного диска. С одной стороны диска есть отражатель, с другой – матовое стекло. Ленту лучше не отклеивать, она потом на свою липучку плохо приклеится. А приклеена она должна быть хорошо, так как корпус используется для отвода тепла. Все светодиоды светятся, можно собирать.